Ты фанат Майнкрафта и любишь открывать кейсы? Тогда добро пожаловать на Pixel Drop. Тут ты найдешь самые дешевые кейсы всего за 12 рублей. Здесь самая простая в мире авторизация, ну естественно через ВК. Также тут очень просто пополнять и выводить средства. Также у меня есть собственный промокод, при активации которого вы получите бонусный кейс. Ссылка, если что, будет в описании, заходи и выигрывай. Короче говоря, попал в Майнкрафт. Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик, это займет секунду. Это был понедельник, утро. После моего задротства в Майнкрафте, я походу попал в сам Майнкрафт. Я выбежал на улицу, мой дом был словно вырван с реального мира и перенесен в Майнкрафт. Дома, естественно, никого не было. Может быть, мне просто стоит уснуть и все? А проснусь я уже в реальном мире? Ничего не вышло. Я подумал, ну если я в Майнкрафте, нужно все делать как в Майнкрафте. Наверняка я не просто так здесь. Так, окей, у меня ничего нет. И первое, что мне нужно добыть, это инструменты и оружие. А с помощью инструментов и оружия добыть еды, ну и железо, алмазы там. Я пошел развиваться. На удивление, проблем с рубкой дерева у меня не возникло. Боли я не чувствовал. С крафтом инструментов проблем тоже не было. Наступала ночь. Я не успел добыть еды, только пара яблочек в кармане. Вдруг неподалеку я увидел стадо коров. Несмотря на то, что коров мне было очень жалко, я понимал, что я в игре. Но она так смотрела. И я понял, что я тут животное точно убить не смогу. О, ладно, пофиг, найду деревню, сделаю ферму, буду веганом в Майнкрафте. Так, я походу потерял дом. А на улице уже было темно. Тут стало уже стрёмно. Раньше зомби-то были на экране, а сейчас они будут прям как будто в реале. У меня началась паника. Я никак не мог найти своего дома. А если я умру, может, я вовсе не смогу возродиться. Вдруг вдалеке я увидел деревню. Как мне повезло. Естественно, я быстро туда побежал. Я был очень рад. Вся деревня уже спала. Кровати у меня не было, и я просто стоял. 10 минут длились как вечность. Интересно, как жители отреагируют на то, что к ним зашел в дом незнакомец и просто стоял над душой всю ночь. Вдруг в дверь кто-то начал стучаться. Ну только не это. Короче говоря, попал в Майнкрафт. Продолжение следует после 1000 лайков.